С высоты прожитых лет я помню, я знаю эту войну. Мы, дети войны, жили по законам ее, по законам войны. Мне был 6-й год, и увидел мчащегося галопом всадника. А он сообщил, не останавливая коня: война. Это было 22 июня. Было народу тьма неописуемая. Со всех хуторов, из нашего хутора районного центра Тормосино, и старый млад собрались. Проводили папу. А через месяц родился 3-й ребенок, братик Миша. А мы с Галей уже были. Около 7 лет мне было, а сестре на 3,5 года меньше. Хорошо были, дедушка и бабушка помогали во всем. Как могли, одевали, обували, кормили и заботились о нас. Плюс к тому мама ослепла, а я была ее поводырем. За 3 с лишним километра в центр, в больницу водила ее на процедуры. Чуть-чуть прозрев, мама добровольно пошла на рытье окоп. С тех сооружений, которыми воспользовались наши воины при освобождении нашего хутора. Нас оккупировали, наш хутор, который был в блокаде, в полном окружении фашистами. 16 августа мы их увидели, завоевателей, бравурных, рыжих, конопатых, здоровых. И кони были, может, потому что я маленькая была. Такие огромные, рыжие, сильные. Они тягали, потом мы уже увидели, орудия тяжелые. Школу нам, мне, моим ровесникам, не пришлось ходить, когда мне исполнилось 7 лет, потому что на первом этаже школы была конюшня немецкая, а на втором этаже был госпиталь, лазарет вражеский. Весь школьный двор был покрыт могилами оккупантов вражескими. Случилось освобождение раньше, чем свершилась Сталинградская битва. Битва завершилась 2 февраля 43 года, а 30 декабря в ночь под Новый год, 30 и 31 были страшные бои по освобождению всего нашего района, хуторов и станиц казачьих.